Всем здравствуйте, 10-12, время 10:05. Мы снова на рыбалке. Снова озеро Яровое. Туман, ни черта не видно. В общем, машин 30 стояло, а палаток я только 6, наверное, вижу. Так вот сейчас будем ставиться. Сергей уже ловит и ловит. Время 10:23. Первого он окунька поймал. Программа «Поймай, отпусти» у нас сегодня не действует. Да что такое? Карася огромного поймал. Я так в роли оператора буду опять сегодня, похоже. Оператором. Здравствуйте. Серега уже не успевает на две удочки. У него карась, он с одного. Он там одного вытащил, еще один у него. И я одного поймал уже. Сегодня я уже молодец. Вот они красные. Фокусируется. Почему? Ну, вот так вот сейчас фокусировалось. Что, клюет у тебя, нет? Пока что-то нет. Ну так только что вытащил, Миша. Куда ему столько рыбы? Каждый раз рыбу ловит рыбу. Кушать? Коптить буду, коптилка пришла, надо забирать из города. Опять магазинная коптилка, да? Ну. Я, видишь, не знал, что ты в город поедешь. Я думаю, может, тебе надо отпадать, что ты забрал. А самому что-то неохота ехать специально. Я последние еще дни по ночам только езжу. Что-то у меня вроде клюнуло. Ну что, рыба, ага. Запутала, да? Опять у него карась. Супер клев у Сереги называется ролик. И на грунца, кстати, клюнул там карась. Все подряд ловит он. На все подряд ловит. Я просто буду больших тогда ловить. Пусть он эту мелочь забирает там с ладошку. Ну что, клюет у тебя? Да я только опустил, пока нет. У тебя три удочки. Нам три, так она, видишь, избирательная. Карасик нынче пошел. Так, ладно, половлю тоже хоть маленько, надо же активность проявлять. Этот все ловит и ловит, ловит и ловит. Вот у него уже наловлено. Время 11:06. О, у Михаила не клюет. Михаил двух поймал. Здесь рыбы нет. Есть. Можно смело говорить, что здесь рыбы тоже не было. Это караси, ага. Угу. Хорошие караси. Ну, пойдет на еду. Я сейчас коптильный забрал, вот надо коптить. Я не вижу, что снимает. Что-то снимает вроде. Что-то вроде бы снимает. На себе кинь, пожалуйста. Кого? Ну, не надо мне ничего кидать. Попробуй проверим. Не хочу, вот своих проверяй. У меня твоя прикормка. Чего ты не хочешь проверить? Ну, не хочу я. Чего я буду как все? Я сам по-своему ловлю. У меня свой механизм. То, что она у меня не клюет, это ничего страшного. Мне просто, может, рыбу девать некуда. Там же видят, там. Куда она ему скажет?
Не мясо же из морозилки выкидывать, правильно, и рыбу туда ложить. Считай, двух я уже поймал, это уже хорошо. Опять все ловит, ловит. Ловит и ловит. Куда столько рыбы? Куда он? Как ее понесет? До сумок, да? Рыбнадзор потом такие видеоролики посмотрит, скажет, конечно, надо норму 3 килограмма сделать. Такие, как Сергей, ее всю выловят и все. Так мы же норму-то не нарушаем. 5 килограмм в день и домой. 5 килограмм в день и домой. 5 килограмм в один кулек, 5 килограмм в другой кулек. 5 килограмм на человека. Мы законопослушные граждане. Лишнее не возьмем. Свое не отдадим. О, снова запахло чаем. Не, сегодня туда заварки ложку сыпнул. Ну все, вот, в общем, сейчас я ее... Малинка моя на всю жизнь пошла. Пошла. Все, уже смотрю, удивленные взгляды карасей на нее там, заинтересованные. Что, клюет у тебя, да? Угу, клюнул. И вот получается, вот он, ха-ха, красавчик Михаил, заинтересованные взгляды. Это что такое? Ох, 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 навязал. Навязал. Все, я раз и развязал. Блин, что себе, окунек, ладошечник. Окунь, ладошечник. Ну-ка покажи. Он у тебя побольше, чем у моей. Да? Да, смотри, вот он. Живой еще даже. Нифига. Больше. Так что мне нельзя отпускать, у меня крупный. По сегодняшним меркам у меня крупный окунь. Блин, хоть аквариум, правда, покупай. Придется, ладно, купить аквариум, так и быть. Следующей зарплаты. Через 3 месяца примерно. Может, он доживет у меня в холодильнике. Удивленный взгляд окуня. Нету никого там. Карась. Мозга ебет. Дальше. Дай поклевать ему подольше. И когда вот на подъеме, когда поднимет, дергай, попробуй просто. Ты не понял? Миша, подожди. Ну что, подожди, ты мою удочку тянешь. Тяни. Вот это, блин, аж три. Ё-моё, кого он наделал? И что, это тоже? Нет, это. Уже не смог. Так, сейчас, подожди, будем распутывать. А я не буду. Залез даже к Серёге уже в лунку. Ну вот Серёге как шел. Все собрал. Погоди, я твою мормышку вытащу. Я другую удочку. Пиши меня. Давай, помогу тебе. Нет, сам? Не знаю. Так, это одна твоя. Угу. Одна твоя. Так, ну все, наверное, сейчас погоди.
Вторую вытащу. Забираю ее к себе. Ничего. Натворил делов. Каразик. На 20 минут работы забрал у нас. Я бы за эти 20 минут бы столько рыбы наловил. Тебя опять запутал. Ну, карась, он же крутит, видишь. И снова запутал. А, ну этот ладно, просто вокруг себя. Ничего не завязал. О, Михаил, попёрла рыба дуром. Леску бы не порвать. Так это ты твой карась мои удочки шевелил. Он же от тебя идет. Он сходу смотрит. А, вот она, от которой этот взгляд-то не оторвать, я говорил. Новая мормышка? Ну, эту я что, вот третьего поймал на нее. Ага. Че, запутал? Узел? Узел. Завяжешь. Ладно, говорю, хоть вокруг себя, да, раз узел завязал. Карась, да, у тебя опять? Угу. Оба. А вот это красное, это вареный горбунец получается, да? Да, я так думаю, наверное, да, или просто крашеный. Кто знает, пускай напишут в комментариях. И без понятия, если честно. Я уж не такой великий рыбак. Ну, я думал, ты все знаешь про ловлю карася. Да, ну. Длинная, неловкая. Где по 20 лет рыбачат. И все, ничего не... Ну, они, может, как я, рыбачат тоже. Так, только на рыбалку ездят. Карась у тебя, да, там опять? Ага. Не успевает до меня доплывать, не успевает. Тут варваров все выловят, такие варвары. Не дают рыбе плавать. Так мы-то удочками кого выловим? Думаю, что-то там в куче-то вроде не особо прибывать должно у него рыбу-то. У него уже вон вторая, оказывается, куча. И вон там куча. Все, ему рыбы мало. Запасы? Это некогда на рыбалку есть. Ну, я просто показываю, как люди ловят. Че, я так-то тоже умею. Только если я каждый раз буду тоже рыбу ловить, куда я девать буду? Васька у меня один, он столько не съест. Ой, девочка, еще одного подари. Не надо. Походу надо мормушку перевязать. Какую? Ну вот, которую я держу и вяжу там удочку. А что такое? Ну что-то вроде она не цыплят. Поточить надо. Ну а помнишь, что у меня, помнишь, судочка с одного клюет, я не могу выдернуть. Помнишь? Она тоже, наверное... О, блядь, смотри! Сука!
О, блядь, давай, Миша. Что, с этим поди, сейчас с мормышкой с моей, нет? Нет, без мормышки. Блин, мы же запутаем сейчас. Так, я так уже походу запутал. Да, навязал что-то тут, нет? Нет, вроде. Я же говорил, там рыба крупная у меня сидит, а вы не верите, мне не верите. Блять, ты хоть не снимаешь мои матерки? Снимаю, вон видишь, красная кнопочка нажата. Да матерюсь я. Потом дети будут смотреть. Ну, чмо, да, ничего, дети похлеще меня матерятся. Да, ну это не повод, чтобы материться, да? Ну. Зацепил обои, опять что ли, соседние меня. Да что-то вот не хватает что-то там этой лунки. Почему-то выцепить его. Может там вообще надо обычный крючок привязать большой. Ну то есть, ну, то ли такие караси, то ли. Больные караси у тебя какие-то. У них выбора не остается, они кончают жизнь самоубийством на крючке. Карась тебе, да? Угу. Здорово тебе. Это карась, да? Угу. Ну, у него карась. Ну что ему там не понравилось? Что, клюет у тебя, да? Угу. Пять карась, что ли? Угу. Точно карась. У Сережки карась за карасем. Пора уже вот взвешивать и выгонять с палатки. У меня какой-то огромный подошел опять. Всех разогнал. Может быть такое быть. С пиворезками. Походу. Нет. Ну вот правая это у тебя клюет. Я думал, зацепил, дернул. Блин, мне-то не дотянуться дернуть, как ты это у меня делал. Все, я как дал там. Хоть рыбу бы поймал. Блин. Что, клевало, что ли? Угу. Ну, поднялся вот я. Да это вот. Да что. Да что ты. Угу, есть такая же фигня. Пустота. Он такой большой, может, просто стоит возле меня и у тебя шевелит. Хвостом, да? Хвостом. Да что такое? Никого вообще. Придется его сейчас обхитрить. У меня один к одному они все идут. У этого, блин, крупные. Это
Здоровый, да? Сильно сопротивляется. Вот где справедливость? Он... Да меня не допускает таких больших. Ага, я же не поймал большого. Поставил какую-то мне там сетку ограничительную, похоже. Мелочь ко мне проплывает и все, крупно не доходит. Крупный не доходит. Все три по очереди. А рыбы там нет. Кого одного? Ну. А, ну я снял и потом парыша одел двух. Серега ротана поймал. Как, доволен, Серега, нет? Конечно, доволен. Рыба, да? Ну, все равно же рыба. Ну там проходили, там замерзший ротан-то валялся. Не, ротаны, окуньки. Угу. И себе не возьму, и людям не оставлю, да? Ну, вот этого пусить будет с ним. Вот он мой. Ты что, запутался, что ли? Нет, пусто. Тоже клюнул, а там, значит, да, у тебя? Ну, наверное. Ну, что-то шутка. Шутка сильная. Дуром у Сереги рыба прет и прет. Прет и прет, прет и прет. Супер клев, как никогда. Ну. Что, поймал, да, кого-то? Ага. Карась, да? Угу. Не, я с такими рыбалками вообще не похудею. Не худеть надо? Да. Почему? Он. Надо на весы сначала встать. А, да ты еще не знаешь, надо тебе худеть или не надо? Да. Не бывает. Не, вот надо худеть. Ты даже еще не знаешь, да? Да, батарейка в весах села, я не знаю, сколько я вешу. Может быть, я мало вешу еще. Три часа рыбалки, я три часа ем. Рыбу тоже подловил. Теперь вообще не знаю, кого делать. Хоть, правда, еще есть потом. В ночь сегодня. Вот у меня ротанечек. Ну так-то он, что-то брюхо у него набитое, я бы сказал, хорошо. Да? Так нажрался, наверное, этой прикормки до всего. Брюхо он себе набил. На парыша. Да где ты застряла?
Вот он мой большой первый карась за сегодня. Да не ври ты первый. Блин, да даже больше, чем которого ты у меня поймал. Да? Да, просто огромный. Все, можно ехать домой. Падает. Я не зря ее привязал. Прям в лунку такая покатилась. Посмотрите, стоит она. Так, батарейка заморгала. Ладно, отключаюсь, потом весь улов засниму. У нас 30 минут рыбалки даже меньше. Так, быстро снимаю свой улов. Время без одной минуты час. 3 часа рыбалки. Я вот столько наловил. Сергей, он столько. Ну и вот у него еще. Напрятано тут. Дома я взвешиваю и штучки сосчитаю. Сейчас не буду. Все, будем собираться выходить. С 10 до 13.00, в общем, мы ловили. Все, вышли, в общем. У меня 29 штук, у Сергея 44. Еще вон, у рыбака 4. Вот столько народу. Рыбу кто-то ловил. Да. Он скажет, смотри, какие грузики-то. Крючела-то, о. Надо тебе. На крючок нет.